Приехали мы на одно место, нам хотят показать, где раньше был склеп. Машину поставили, надо идти пешком до речки вниз спускаться. Дорога тут плохая, идем пешком. У нас есть проводник, местный житель Сергей, который согласился нам помочь. Он тоже поисковик. Мы когда-то с ним пересекались, 15 лет назад. Такие здесь красивые места. Мы идем по дороге до склепа. Вот идем дальше. Вот в этих кустах, Сергей говорит, должен быть этот склеп. Могильным камнем. Тут такие непроходимые хати. Сейчас придем посмотрим. Вот, пришли мы в этот лесочек небольшой. Хлопцы нашли, показывает этот могильный камень. Ух ты, надо было лопату взять, что-то я затупил. Ну, а с какой стороны его снимать? Давай сейчас трошки разгребим. Иловна, это однозначно Иренко. Остатки только буквы. Здесь покой, видно было дальше, покоятся, так как. Ага. Покоятся. Камень дужил. Иванович. Иванович. Иловна. 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 Даниловна. Может. Даниловна. Вот правнуков написано. Сиренко. Ренко. А год какой непонятно. Да. А по-моему, мы делали... Но он разбитый напополам, его не хватает. А где вторая половина? Наверное, в земле. А тут он такой там толщины, смотри, огромнейший камень. Видать, глыба тут. Так тут был, короче, склеп. Вот это его выкопали. Вот это ямы от него пооставались. Ям ищет. Одна, вторая и вон третья. Их все повыкапывали. Это был семейный склеп. Его выкопали мародеры. Так, а бачишь, имя и фамилии две, ага. А ям три получаете. Ну да, целый род какой-то, видать, похороненный. Да. Интересная история. Или то, что от нее осталось, от этой истории. Ух, едем назад. С этих хащев выехать надо. Тут дорога вся заросла.